Всем привет, дорогие мои, с вами Кононова Аня, проект Faberlic Online, и это мой обзорчик. Я его снимаю в дороге, поэтому уже как могу, как умею. Итак, у нас с вами обновилась линейка Гардерика, очень клевая и классная. Первая — это совершенная пенка для умывания. Вот где мы находимся, Яхонтын-Одинск. Да, вот такая вот пеночка с очень приятным таким же ароматом, какой в принципе и был, только немножко стал лучше, свежее. На мой взгляд, приятнее. Очень классно, хоть я и в дороге, но пенка у меня скоро подойдет к концу. И это очень здорово, что у меня есть запасная. Следующее — это ночной и дневной кремы ультрапитания. Они идут для сухой и очень сухой кожи. Тем они и отличаются от обычных кремов Гардерики. Очень красивые такие упаковочки. Клевые, классные, прям великолепные. Мне нравятся вот именно что тубы. Итак, значит, дневной крем у нас с вами какой классный идет. Вот такой у нас дневной крем. Посмотрите, какой густой. Супер, просто супер. Да. Вот. И что он делает? Значит, он у нас с вами идет как насыщенная, но в то же время легкая текстура, создана специально для питания и увлажнения сухой кожи, восстанавливает эластичность и упругость. Все кремчики идут 40+. Гардерику я очень сильно люблю, вот именно что за их легкость, за их впитываемость, за то, что они такие вот прям классные, нежные и легкие. Второй крем, он уже идет ночной. И ночной крем, он у нас, сами знаете, восстанавливающий, для того, чтобы морщинки разглаживались и так далее. То есть он идет, ну, может быть, слегка, немножечко, чуточку поплотнее. Но все-таки хочется, да, хочется побольше ухода. И это, конечно, здорово. Ну, я смотрю, впитываются они хорошо и быстро даже на руки. Вот такая вот красота. И запах у них, мне кажется, что поменялся. Ну, не сильно, но мне кажется, что он стал ярче намного. Далее у нас с вами идет ночной крем Гардерика и дневной крем. Они уже идут как концентрированный клеточный крем и концентрированный ночной крем. То есть те были для очень сухой кожи, а это уже концентрированные кремы, да, очень классные. Ну что ж, давайте посмотрим с вами ночной крем. Такая вот красота. Я очень люблю, когда все обновляется, это здорово и классно. Значит, ночной крем. Тут, посмотрите, какая крутейшая просто аннотация, формула крема эффективно работает в течение ночи, активизирует синтез коллагена, придает коже упругость и тонус, предотвращает образование морщин, восстанавливает и нормализует защитную функцию кожи. Давайте с вами его будем пробовать. Да, такой вот классный тоже крем. Довольно-таки плотный, жирненький, питательный, такой хорошенький. Здорово вообще, мне очень-очень нравится. Артикул 1551. Ну и, конечно, также идет дневной крем, тоже концентрированный. Понятно, что его надо уже чуть-чуть испытывать на практике, да. То есть вот такой вот дневной кремушка, беленький, абсолютно такой белесый-белесый. И он немножко превращается, как вы видите, чуть-чуть в какую-то водицу, что ли. Ну, мне нравится, прям супер-супер. Запах. Запахи у них вообще все одинаковые у всей Гардерики. И что же, давайте посмотрим, делает дневной. Это формула крема, которая эффективно борется с признаками преждевременного старения в течение дня. Восстанавливает ее тон и придает сияние. Защищает от внешних воздействий. И крем имеет нежную текстуру, легко наносится и может использоваться как основа под макияж. Вот это меня всегда подкупает. Но, в принципе, в летнее время я не пользуюсь такими кремами, как основа под макияж. Почему? Потому что я пользуюсь летом интенсивно SPF. Эвкой. Вот мне она нужна как основа под макияж. Прямо очень-очень. Потому что я белокожая. Ну и также у нас с вами идет ночное обертывание для шеи и декольте. Если кремы шли по 50 мл, то это уже идет большой тюбичек. Он идет 75 мл. Он восстанавливает кожу, повышает эластичность, предотвращает образование глубоких морщин и заломов. Да? То есть тут как раз 40+, нам с вами это и надо. Артикул 1556. Такая вот красота. Давайте посмотрим. Но он, знаете, он такой легкий, приятный. Плотность у него не сильная. То есть такой тоже хорошенький. И запах идентичный всем предыдущим кремушкам. То есть вот эта линеечка, она у нас с вами идет 40+. Но ее можно девчонкам, ну или мужчинам, у кого есть, например, вредные привычки. Потому что кожа увядает намного быстрее при вредных привычках. Например, кофемания или что-то типа этого. Да? Это уже считается вредной привычкой. В общем, линейка клевая и классная. Я счастлива. Далее у нас с вами идет
5 видов дезодорантов. Это просто невероятно круто. Мне такие шариковые дезодоранты очень нравятся. Знаете, что у нас с вами есть в стике, в спрее, да, дезодоранты. И сейчас появились вот такие вот шариковые, клевые и классные. Для него два аромата получается. Это голубой и коричневый. Это два мужских дезодоранта. Вот такие вот. Ну, вот вы знаете, вот этот я считаю унисекс. Честно сказать. Вот он такой, видите, прозрачный. Я не знаю, сколько не мажь, белых следов, как вы видите, я не вижу. Да, то есть, ну да, он такой мужской. Не могу сказать, что он не секс. Забираю свои слова обратно. Артикул 1391. Защита у них идет 48 часов, что очень даже великолепно, поэтому супер. Так, второй мужской идет у нас с вами с ароматом амбры уже. Ну вот видите, они все такие прозрачные. Я не вижу ничего белого. Где-то, может быть, есть чуть-чуть белое, но не сильно. Тоже такой грубовато-сладковатый аромат. То есть амбра, она такая сладкая. А, знаете, как будто жгут благовония где-то в Таиланде. Вот очень-очень похоже. Так, дальше, как мы смеемся, идут девочковые. Зелененький у нас с вами идет с артикулом 1388. Тоже такой хорошенький. Хочется запах послушать. Ну, нежная такая нежнятина, еле уловимый аромат. Можно сказать, что его практически нет. Здорово. Такой стик большой, очень удобный. Но вот на нем, видите, видно же немножечко вот эту белизну, да? Вот чуть-чуть слегка, вот как вы видите. А вот на руке я не могу уловить белизну. Ну, вот на всякий случай, да, кому-то не нравится, что там белые следы остаются, еще что-то. Так, дальше у нас с вами идет цветочный аромат с нотами жасмина с артикулом 1389. Так. Ой, ну очень приятный, такой шелковый какой-то аромат, хорошенький, да, прям очень вкусно. Следующий аромат, это Катюшкин любимый, кстати, она вот такой вот в стике фиолетовый очень любит, вот этот вот фиолетовый. Вот, это у нас карточка из Турции, забыли выложить карточку. Так, зато закладки красивые. Ну я вот, знаете, не вижу особой такой белизны где-то, нет, вообще не вижу. Угу. У этого аромат такими, знаете, вот кувшинка, морские какие-то акцентики небольшие. Такой вот он приятный. Как раз дочка у меня такие любит. 1390 артикул. Далее у нас с вами идет тушь. Она идет тоже с коллагеном. Из линеечки коллаген. Давайте же посмотрим. Вот такая вот у нее щеточка. Видите, отсвечивает, как интересно, да, такими пучочками щеточка. Вот, ну что ж, сейчас будем тестировать. Запах вроде бы приятный, клевый, классный. Нам обещают, что фибровые щетинки увеличивают объем ресниц и удлиняют их, делая глаза больше и выразительнее с первого нанесения. То есть вот такая вот красота. Ну что ж, будем тестировать, правильно, неправильно. Написано еще, что уменьшает ломкость ресниц и предотвращает их выпадение. А силиконовые щетинки разной длины обеспечивают эффект наращивания лучики и заметно подкручивание ресниц происходит. Артикул 57-764. Так, ну что, сейчас будем пробовать тушь. Так. Очень интересно, конечно. Хочется посмотреть. Да, объем действительно очень хороший. На стойкость пока не могу сказать, конечно же, но объем разделения клевое. Конечно, факт. Разница феноменальная. Ну вот, первый слой. Могу сказать, что здорово. В уголочек глаза не очень удобно. Вот. А так, на самом деле, тушь прям создает такие веерные реснички, я бы сказала. Очень удобно ей краситься. То есть не нужно разделять, не нужно бояться, что они слипнуться. Это очень приятно. Прикольно. Я тушью крашу всегда. Сначала очень хорошо прокрашиваю корни. Да, то есть, видим, тут ничего, тут много чего стало. Да, то есть, всегда сначала прокрашиваю корешочки, а потом уже делаю второй слой. И могу сказать, что очень даже
симпатично получается. Да, видите сами, сразу же объем появляется. Удлинение неплохое очень даже. Ну вот по пятибалловой шкале я бы сказала, что удлинение великолепное на 4,5 балла. Наверное, даже на 4. Вот. Next Level, конечно, удлиняет пышнее. Как бы пышнее, но это вот больше разделяет, расчесывает. И вот лично для моих ресниц эта кисточка очень-очень удобная. Угу. И обратите внимание, что она удобна до такой степени, что я нигде практически не налепала. Так, макаем второй раз. Смотрим, как будет второй слой. Отлично наслаивается, без комков, вообще без единой претензии. И со второго слоя дает уже очень хорошую длину. Или как мы с девчонками прикалываемся, со второго погружения. Да, то есть смотрите, шикарно. Мне кажется, очень красиво. Ну, что могу сказать, тушь понравилась. Следующая красота, у нас отдельно появился коллаген, хотя он был в Доброгене, этот коллаген, и Доброген был намного полезнее, чем просто коллаген. И также, конечно, у нас в наших с вами напитках коллагеновых, да, wellness для похудения тоже было высокое содержание коллагена, и их можно было пить и так далее. Но сейчас появился именно вот такой вот коллаген, прям пептиды рыбного коллагена, то есть он идет морской. Этот у нас с вами коллаген улучшает состояние кожи, делает ее более гладкой, эластичной, замедляет процессы старения и также способствует повышению подвижности суставов, укреплению связок, восстановлению хрящевой ткани, ускоряет регенерацию тканей. И высокая дозировка коллагена 5700 миллиграмм на порцию. Вот такая красота. Давайте же с вами его открывать, пробовать. Вот такой вот абсолютно белый порошочек. Очень интересно, да? Угу. И написано, что 3 чайные ложки без горки развести в 100-200 мл воды комнатной температуры, употреблять один раз в день натощак за 40 минут до завтрака. Ну что ж, я его просто хочу попробовать на вкус. Так, сейчас будем пробовать. Так, значит, вот такой вот он рассыпчатый. Ну-ка, как он растворяется? Раз. Два. Угу. Мешать его долго придется или нет? Три. Значит, вот такие 3 ложечки мы его взяли. Видите, оно оседает. Да, ну и давайте будем мешать. Как он растворяется. Мне кажется, это очень важно. Так, ну вот видите, есть небольшие комочки. Мы их раздавим сейчас. Полностью растворим. И будем пробовать. Так, вот у нас получилась практически однородная масса. Выпила, да, коллагенчику, и могу сказать, что лично для меня это не очень вкусно, но и не противно. Я могу его пить, но особого вкуса, привкуса там рыбы, еще чего-то я не почувствовала. Он практически без ароматов каких-то, без запахов, легкий привкус чего-то чувствуется, но он не ярко выраженный. Я бы так сказала, можно пить сколько захочешь, очень даже интересно. Далее у нас идут с вами новые цвета лаков. Очень такие прикольные, клевые, классные. Да, мне они понравились. Я так понимаю, что они просто тоже смываются водой. Значит, первый такой вот блестенчик хорошенький. Артикул 710-99. Давайте прям на моем ногте его будем пробовать. Да, ну слушайте, кладется прям ровно. Да, прям ровно, великолепно. Я, конечно, немножко ляпнула, но... суть не в этом, то есть лежит хорошо, без разводиков, без всего. Сейчас мы лишнее уберем. Просто сами знаете, на весу не очень удобно, да, руки красить. Была бы у меня какая-то, да, поверхность. Так, давайте второй детский лак попробуем. Артикул 711-00.
Да, вспомним мечту, вспомним детство. На отросшие ногти. Ну, такой, смотрите. Полупрозрачный, да, я бы сказала. Ну, обычный детский лак. Хорошо, что безопасный. Вики, сейчас накрашу ногти завтра. Скажу, Вика, у нас с тобой лачок появился. Да-да-да. Такой лак, он смывается водицей. Так, третий лак идет 710-98. Тоже такая красота. Он очень блестящий. Да, то есть такой вот прозрачный. И видите, немножечко блестюшек. То есть блестюшки очень-очень такие реденькие. То есть, ну, все равно классно. Для детей здорово. Так, потом, значит, идет тоже, наверное, с редкими такими блесточками. Голубенький лак. Ну, да, тут тоже очень-очень редкие. Их на блестящем плохо видно. Как видите, да? То есть такой вот он. Практически не видно их. У меня, видите, уже как ногти, да, отросли. Ну и последний лак идет с артикулом 710-97. Да. Вот такая красота. Ох, опять наляпала. Не, на весу не очень удобно, но мне главное, чтобы вы цвет поняли. Конечно, прошу прощения. Я знаю, что есть подписчики, которые меня ругают, когда я могу там ресницы тушь ляпнуть или лак как-то не так неаккуратно нанести, да. То есть, ну, что поделаешь, да. Ну, то есть такой классный лак, прикольный, да. Я бы сказала, что для детей на пятерочку. И еще такой вот бальзамчик. Очень мне понравился бальзамчик. Первый у нас был мороженое, а сейчас с артикулом 4160 малиновая Китти. То есть он абсолютно бесцветный, как вы видите, да. То есть нет никаких ни цветов, ничего. То есть он такой обычненький, прикольненький. Ну и последнее, что бы мне вам хотелось показать, это наклейки. Это парфюмерные наклейки Шанти. Они очень шикарные, они очень прикольные. Так, ногти накрасила, да? Сейчас наклейки буду открывать. Они идут парфюмерные, эти наклеечки, с артикулом 3812. У нас с вами уже были такие парфюмерные, помните? Сейчас они, по-моему, в распродаже. Много лет их люди покупали, ими баловались, но, скорее всего, устали. Тут тоже есть аромат Шанти. Шанти я очень сильно люблю и очень рада, что у нас такая красота появилась. Инь-янь и так далее. Да, помните, что Шанти — это парфюмерная вода, легкая, классная, с дзен-комплексом успокаивающим. Видите, тут такое солнышко, тут такое все. У меня Вика просто обожает все эти наклейки, наколки. Посмотрите, какой цветок шикарный, очень красивый. В общем, такая красота. Ну что ж, мои дорогие, немножечко VIP-новинок, которые смогла заказать для себя. Вот, с вами была Кононова Аня и проект Фаберлик Онлайн.